Туристы в Ботсване, решившие устроить фотосессию с отдыхавшим в ручье бегемотом, чуть не стали жертвой опасного животного. Разъяренное млекопитающее выскочило из воды и атаковало джип, в котором сидели вооруженные камерами люди. Почувствовавший угрозу бегемот, клыками пробил дверь джипа насквозь. К счастью, сами туристы не пострадали. Им удалось спастись от животного бегством. Интересно, что бегемоты, которых традиционно относят к травоядным, убивают в год гораздо больше людей, чем любые хищники. Согласно статистике, ежегодно жертвами гиппопотамов становится около 500 человек. Подтверждением агрессивности бегемотов служит тот факт, что драки самцов у них практически всегда заканчиваются гибелью одного из соперников. Thank you.